С 2017 года компания Geyser производит инсинераторы – печи для сжигания отходов. Это инновационное оборудование, которое высоко ценится как конечными покупателями, так и экологами, потому что позволяет законно и выгодно обезвреживать более 2000 видов отходов, что подтверждается государственной экологической экспертизой. Все процессы создания оборудования проходят на собственном производстве более чем в 2500 квадратных метров в городе Костроме. Компания имеет собственно проектно-конструкторское бюро. Автоматизация всех процессов обезвреживания происходит благодаря квалифицированным инженерам КПА. Одна из новейших инновационных разработок компании – установка для обезвреживания жидких и коммунальных отходов «Залп». Это уникальное оборудование, которое позволяет безопасно и экономично обезвреживать жидкие отходы любого вида и консистенции. Обезвреживание отходов происходит методом сжигания. Выброс загрязненных газов проходит через систему дожигания, что имеет ряд существенных преимуществ перед другими способами. Не загрязняет атмосферу и почву, экономит время и деньги. Сама установка модернизируется, исходя из типа отходов, которые планируется сжигать, и состоит из трех основных модулей. Инсинераторная установка. Система подачи жидких отходов на базе морского контейнера. Шкаф управления. Принцип работы установки следующий. Жидкий отход автоматически поступает в подготовительную емкость через заливную горловину. Она представляет собой цельносварную прямоугольную конструкцию из листовой стали толщиной 4 мм, которая оснащена гидроперемешивающим устройством, механическим перемешивающим устройством, системой контроля уровня жидких отходов и совмещенным механическим дыхательным клапаном для отвода запахов и паров. Затем жидкий отход поступает в систему фильтрации, которая состоит из двух параллельно расположенных абонентских фильтров. Далее по системе трубопроводов жидкий отход поступает в систему подачи. Она состоит из винтового насоса, обратной регулирующей линии и системы контроля. Оттуда по гибкой подводке жидкий отход поступает в верхний патрубок винтового насоса AMS-PCP, который способен справиться с жидкой средой любой консистенции. В линии подачи предусмотрена система контроля, которая помогает отследить давление и расход жидких отходов. После жидкий отход попадает в форсуночное устройство, которое выполняет функцию распыления жидких отходов в камере сгорания. Камера сгорания представляет собой цельносварную толстостенную конструкцию из жаростойких материалов. Изнутри камера футрирована огнеупорными материалами, керамическим волокном, шамотным кирпичом или бетоном на основе корундовой смеси. Для более высокой производительности предусмотрены колосниковые решетки из огнеупорного бетона или чугуна. В камере расположены горелочные устройства в два ряда, которые позволяют поддерживать идеальную температуру для решения нужных задач. Открывание люка загрузки отходов осуществляется с помощью шестеренчатой электрической лебедки. Устройство работает на любом виде топлива – газ, дизель, отработанное масло, которое из бака подается по топливопроводу к горелочным устройствам с помощью насоса или гравитационной системы. Топливные насосы, расположенные в горелочных устройствах, подают необходимое количество топлива, предназначенного для сжигания. Дымовые газы, выходящие из камеры сгорания, попадают по газоходу в камеру дожигания. Здесь они смешиваются с дополнительным воздухом и полностью окисляются и разлагаются. Затем выводятся по дымоотводящей трубе в атмосферу в составе абсолютно безопасном для человека и окружающей среды. Установка для обезвреживания жидких и коммунальных отходов «Залп» – это уникальное оборудование, которое позволяет обеспечить бесперебойную и экономичную работу по обезвреживанию производственных и бытовых отходов с соблюдением всех законодательных норм и заботой об окружающей среде. Приобрести установку «Залп» можно эксклюзивно в компании Geyser. Свяжитесь с нами любым удобным способом.